ощущение страны, родины, нации, как угодно, оно связано всегда с идеей, что за определенными территориями, местом, какое-то есть культурная мифология, да, где для вас становится очень значимым той или иной точкой в этой стране, а не просто вот название, там, прекрасный город Красноярск. Маленькие открытия, какие-то локальные чудеса, которые мы видим, они кажутся твоими личными, персонализованными, поэтому ты воспринимаешь их как свои и бережно несешь, будешь потом рассказывать там детям, внукам и так далее. Вот помнишь, я тогда-то видела то-то там. Я благодарен издателям, которые активно откликаются и думаю, что такой представительной выставки, ярмарки, ну, в России может быть одна-две, да и в мире таких выставок немного. Я уверен, что десятки тысяч красноярцев и гостей нашего города, придя в эти дни в эти залы, получат совершенно ни с чем не сравнимое удовольствие от знакомства с новыми произведениями, с новыми книгами. Прочтение новой книги чем-то сродни обретению нового друга. Учитывая размах сегодняшнего, но очередного этого мероприятия, мы видим, что и у красноярцев, и у гостей нашего города есть великолепная возможность приобрести не одного, а множество новых друзей.